Скажу очень коротко и для жителей нашего города понятным простым языком. Если мы вспоминаем 2003 год, когда я был городским головой, когда я поднял очень серьезные вопросы, тему угольную, то я был главным фигурантом по тем вопросам и как со мной этот раз поступили. В этот раз, вы знаете, город просто погибает. Просто погибает от того, что крупногабаритный транспорт разбивает, засоряет наш город. Вот. Контроль возложен по исполнению данного решения на Лукьяненко Сергея Васильевича. То есть я опять главный фигурант. Поэтому еще была одна попытка, но я хочу сказать, что идет следствие. Я не могу больше ничего говорить в тайне следствия. Вот я уверен, что все станет на свои места.